Немецкие переселенцы были одной из немногих крупных диаспор, которые внесли значительный вклад в развитие юга Украины. После распада Союза украинские немцы начали возрождение культурных традиций. При поддержке Германии благотворительный фонд «Общество развития Одесса» осуществляет художественный проект «Встреча поколений». Выставка работ этнических немцев-художников открылась в Одесском историко-краеведческом музее. Выставка «Встреча поколений» – итог серии семинаров-пленеров, начатой 9 лет назад Николаевским областным центром немецкой культуры в рамках одноименного проекта. Только за последние 3 года творческие семинары проходили в Закарпатье, Крыму, Донецкой области и литовском городе Друскininkai. Полотна украинских немцев-художников выставлялись в Киеве, Одессе, Запорожье, Донецке, Херсоне и Николаеве. Здесь представлены работы разных художников. И «Встреча поколений» действительно это как-то вот симбиоз, как-то получилось хорошо с названием. От юга до востока, с севера на запад представлены разные люди, разные личности. Для украинских немцев и немецкого народа в целом такие проекты – способ разрушить стереотипы мышления и напомнить о своей несправедливо забытой роли в истории страны. Для нас это хорошая возможность показать, что этнические немцы – это не только пиво, мерседес и свастика, которыми, к сожалению, часто оперируют клише о нашем народе. То есть это и замечательные представители художников, это и замечательные люди, которые… В принципе, пишут работы. Помимо всего прочего, есть ряд работ, которые отражают этнокультурное наследие немцев, которые долгое время проживали на территории не только Причерноморья, но и других регионов Украины, внесли действительно весомый вклад в развитие государственности Украины. В Одессе выставка будет работать до февраля будущего года. Постоянную экспозицию работ этнических немцев-живописцев можно увидеть в Николаевском художественном музее. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг».